Всем здравствуйте! Как и обещала, разбираем венгерский танец номер 6 Брамса. Достаточно аккордовый склад, то есть на крупную технику. Мелко здесь мало, есть пассажики, есть украшения. Он очень местами грациозный, местами крупный, фанфарный, праздничный, прекрасный, красивый танец. Есть место, мы вот сегодня разберем кусочек с левой ручкой, где играется октава и аккорд. Покажу, как справиться с этим местом более легко, чтобы левая ручка играла легко. Первый аккорд, он идет фанфарный. И мы приземляемся на фермату. Держим ее. И вот она, первая игривая. Его должно слышно быть. Стараемся все пропеть. Здесь стоит акцент, мы его выделяем, но не так, чтобы тыча в него, а ясно, ясный акцент. Еще раз. Фермата. Должна быть каждая нотка звучать. И крещендо, и наше форте. Смотрим, как же нам все-таки сыграть это место с октавой. Ну, во-первых, в левой ручке, я, наверное, переверну камеру, левую руку. У нас идет октава, аккорд. Октаву мы играем сверху. Сверху, потом аккорд. Снизу веду руку. Здесь сверху, потом по низу. Отталкиваюсь от октавы. Отталкиваюсь от нее, потому что мне лететь далеко. И кисть разворачиваю. Разворачиваю кисть. Она высоко. Здесь я, когда беру аккорд, вот он, да? Вниз. Вниз увожу кисть на октаву. То есть вот так поиграть. Потом соединяем в ритме. Обязательно работаем кистью. Если кисть не будет работать, у нас прозвучит так. Все будет громко, и кисть зажмется в быстром темпе. Не сыграете. Мы отталкиваемся. Отталкиваемся от баса. В него попадать несложно, особенно если вы с кистью отработали здесь. Аккорд, он тихо играется, и вы уже по направлению к октаве. Вы от нее отталкиваетесь. И все. И соединяем. Вот здесь еще место в правой руке, да?
Правую ручку смотрим. Вот здесь главное отскочить. И вот этот вот момент. Легато соединили. Естественно, фермату мы повторяем. Извиняюсь, не фермату, а репризу. Разобрали с вами первый моментик.